Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco. No sé a qué aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Приветствую вас, друзья! Сегодня новинка — увлажняющая маска Optimus. И я даже не знала, что получу такой крутой результат всего за 20 минут. Мне кажется, моя кожа стала выглядеть моложе лет на 5 точно. Она разгладилась, она такая плотная. Также я нанесла еще и на губы, и ощущение, что как будто их мне подкачали. Они более плотные, помада великолепно лежит. В общем, мне это нравится. Я даже не знала, что получу такой крутецкий результат. Итак, что это такое? Давайте подробности разберем. И как я это делала, я прям записывала поэтапно шаги. Это многофункциональная маска, и они сейчас популярны, потому что позволяют не только сэкономить время, но и расходы. Увлажнение — это залог молодости нашей кожи, и чем лучше она увлажнена, тем дольше она сохранит молодость. В косметологии просто бум на маски на основе ягодных экстрактов. За счет своей химической формулы они быстрее и глубже проникают, действуют в двух направлениях, и вы получаете максимальный эффект. Здесь экстракты, голубики, ежевики и малинки, которые максимально увлажняют кожу, восстановят, ну вот, просто, не читая состав, ничего, эффект просто вау. Голубика увлажняет и защищает кожу от негативного действия свободных радикалов. Ежевика придает ей сияние и защищает от обезвоживания. В-третьих, малина освежает, увлажняет и придает ей сияние. Чтобы наша масочка работала, мы очистим лицо при помощи скраба, уберем грязные чешуйки, чтобы маска как можно глубже проникла и питала уже живые клеточки, хорошие клеточки. И несмотря на то, что я вчера очищала хорошо лицо при помощи очищающего средства, видите, при помощи скраба и вот этой салфеточки, видите, какой цвет сразу. Такая масочка замечательная, 50 мл. Приятный нежный аромат, похож на серию Optimus. Если мы крем наносим тонким слоем, то чем толще вы нанесете слой маски, тем будет больше эффект. То есть возникает такой парниковый эффект. Оставляем на 20 минут. После того, как пройдет 20 минут, мы ни в коем случае не смываем маску. Мы берем либо салфетку, либо влажное полотенце и удаляем. У меня сейчас утро, поэтому я буду использовать дневной крем. На ночь после маски вначале идет сыворотка, а потом ночной крем. И желательно из этой же серии. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा. Помним, если у вас комбинированная жирная кожа, то скрабирование мы делаем 2-3 раза в неделю, а увлажняющую маску 1 раз в неделю. А если сухая, то наоборот, 2-3 раза в неделю мы пользуемся увлажняющей маской и делаем скрабирование реже. Мне очень понравилась эта маска, однозначно Басюк рекомендует. А вы пробовали эту маску? Если да, как вам макияж? Как наносится тональная основа? Вы также в восторге, как и я? Напишите ваши комментарии. И до следующих встреч. Пока-пока!